Я поражаюсь Осечкину. Слушай, Осечкин, а как только в России появляется человек, которого начинает любить общество, ты начинаешь из-под этого человека выдирать ковер. Зачем? Понимаешь, россияне любят Путина, да? Любят. У них появился человек, который подрывает авторитет Путина. Забудь, кого убил этот Пригожин. 30 военных. Да похуй мне на этих военных. Мне на них похуй. Появился человек, на которого стали worship русские. И если появится еще третий человек, дай ему третьего. Появится четвертый. Какая разница? Главное, чтобы сбить людей с панталыку. Тебе нужен человек, который поднимет российское общество против Путина. Или начнет как-то там, не знаю, дергать их. Тебе главное, чтобы в России начался бунт. Ты о чем? Ты рассказываешь, что такие плохие вагнеровцы. Да они такие. Они там все плохие. Мне главное, чтобы они все друг с другом пересрались. Они должны внутри себя переубивать. Понимаешь, переубивать. Они должны забыть про Украину вообще, что она такая есть. Забудь. Они должны возненавидеть друг друга, что там кто-то ненавидит русских, кто-то ненавидит, я не знаю, кадыровцев. Мне все равно. Вот, Осечкин, если бы у тебя в Украине жил твой сын сейчас, 8-месячный, да? 7-месячный, так? И ты узнал, что вагнера пришли и стали убивать российских военных. Ты бы им лично прислал еще один боеприпас. Но ни в коем случае не записывал видеосообщение, что сделайте что-нибудь с вагнерами, а то не убивает российских военных. Ты что, ёбнулся?